Здравствуйте, друзья! Это Центр юридической защиты, компания «Алям», Кузнецов Дмитрий с вами. По вашим многочисленным просьбам, вот вам Герпес Адольфович, собственно, персона, да еще и из таких одних из самых популярных роликов, то есть с архивчика подняли, чтобы он не затерялся. На мой взгляд, это один из самых лучших разносов Герпесом Адольфовичем вот этой публики. Понятно, компания Sentinel. По-моему, там с английского в переводе охранник или страж. Ну, очень круто звучит, на самом деле смех, да и только. Кто не знает, кто такой Герпес Адольфович, я расскажу. Это заведующий отделом юмора компании «Алям». И очень-очень хорошо исполняет он свои обязанности. Ну, вот формат нашего канала подразумевает всевозможные какие-то темы. Я имею в виду, темы-то, конечно, похожие, но еще раз повторю, стиль общения с коллекторами разный, юмористический, серьезный и спокойный, какой только вы здесь не найдете. Почему? Да потому что мы максимально близки к народу. Я, как руководитель компании «Алям», как автор этого канала, основной владелец, прошел это все в свое время на себе, протащил, знал, как это делается. Я имею в виду, как сделать так, чтобы в формате закона, в документальном формате никому ничего не быть должным. Независимо от того, сколько вы денег там набрали, или отдали уже, либо сколько вам там накрутили эти бессовестные банкиры. Все можно и нужно решать в документальном формате. Ну и, конечно же, если вы хотите, чтобы мы вам помогли это сделать, вам надо обратить внимание в описании ролика на ссылочку. Ссылка на наш сайт. На сайте выложено видео, как устроена работа кредитных юристов компании «Алям». Посмотрите видео, оставьте заявочку, мы вам позвоним, телефон указан справа наверху сайте, на сайте, с этого номера мы вам будем звонить. Самим не нужно звонить, не дозвонитесь. Звоним мы в рабочее время, кроме суббот и воскресенья, по московскому часовому поясу. Ждите звоночков. Ну и так, для вашего удобства, в правом верхнем углу видеотрансляции сейчас выходит кликабельная подсказочка. Вот она. Посмотрите видео на сайте, оставляйте заявку, как я и сказал. Ну и не забудьте после прослушивания ролика, если вам понравится, поставить лайк. Пишите, само собой, комментарии, что вы думаете, что вы хотите сказать по поводу всего происходящего. Хорошие, плохие и так далее. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. Репост в соцсетях, отдельное спасибо. Итак, поехали, слушаем. Компания Sentinel и Герпес Адольфович. Алло, здравствуйте. Я вас слушаю, здравствуйте. С Алексеем Владимировичем могу побеседовать? Да, пожалуйста, беседуйте сколько душе угодно. Вы о чем хотите побеседовать со мной? Кто вы? Меня зовут Поляков Денис Анатольевич, специалист по взысканию, компания Sentinel, Альфа-банк представляю. Ой, голос знакомый. Вы, наверное, поменяли меня, наверное, в другой компании какой-то работали. Голосок знакомый просто. Видимо, я с вами уже беседовал. Да, только знакомый. Да. Я с вами беседовал, по-моему, вы просто в другой компании. По-моему, в Active Business Collection вы работали, да? Правильно? Нет. Я там не работал. А где работали? Я нигде не был. В Sentinel работаю, все, больше нигде не работаю. Ну, значит, видимо, представляетесь по-разному. Ну, голос, у меня серьезная память на голоса, я вас сразу распознал. Ну, либо у вас, тут есть, конечно, вариант, да, коллекторская, голосовая, вот это вот, знаете, есть особый, ну, тембр, тенор, бас, сопрано, а вот в последнее время я думаю, что нужно уже квалифицировать вот эти регистры голосовые. Голос коллектора, мужской и женский, вы одинаково звучите. Ну что, я вас слушаю. Все-таки голосов перейдем. Да я же вас опередил, я говорю, что же, я вас слушаю. Ну вы наверняка понимаете, да, что мне привычно с коллекторами разговаривать, и у вас шансов отрицательное значение. Даже не ноль, а отрицательное значение. Знаете, чем отличается ноль от отрицательного значения? Ноль – это если бы я положил трубку. Отрицательное значение – будьте готовы к тому, что я буду над вами глумиться. То есть проиграете вы.
Итак, поехали. И я должен заметить, продолжая разговор, вы даете свое согласие на то, что вы конченая мразь, тупой молодой человек, либо не очень молодой, ну и несчастное существо. Вот продолжая разговор, вы даете на это согласие. Итак, поехали. Вы чувствуете, как минус, минус проект? Ну это моя позиция, вы же мне звоните, не я вам. Итак, уже ноль кончился, уже минус пошел. И вот теперь длина минус, вот этого минусового знака зависит от вас. Либо он будет коротенький, вы быстренько положите трубочку, что называется, сольетесь. Ну либо будете себя прибивать с каждым словом к позорному столбу. В любом случае, наш разговор уже достаточно продолжительный, чтобы выложить его на YouTube, на канале компании Алиам, канал Дмитрия Евгеньевича, ну и так далее. Да. Вот, все, поехали. Дату рождения свое назовите, будьте любезны. Верифицировать надо. Минус начался. Не назову. Голосу из трубки ничего личного говорить не буду. Ой, сдавайся лучше. Минус-то длинный получается. Ты ж помнишь, с чем согласился-то? Продолжив разговор. Я ж тебя за язык-то не тянул, брат лихой. Или ты до такой степени уверенный в себе ковбой, что ты никого не боишься, и приедешь ко мне на адрес разобраться со мной по-мужски? Вы слишком много говорите, мне кажется. Ну мне-то что не говорить-то? Тебе-то сейчас уже западло говорить, правда? Тебе помолчать бы, да? Слушай, еще должен тебя предупредить, я трубку первую не положу. Мне на ваше... На ваше мнение вообще как-то все равно. А не мое мнение, это мне предложили подписчики. Мне подписчики предложили, у меня 20 тысяч с лишним подписчиков сейчас, вот на данное конкретно, на 22 февраля, 20 с лишним подписчиков. Они один в один голос говорят, вот вы давайте, вот делайте так им, давайте право выбора. Либо они чмошники и продолжают разговор, либо они, ну хоть что-то там, задатки есть какого-нибудь достоинства человеческого, и не продают. Я же вам полностью карты все свои развернул сразу, что мне плевать на вас, что я только и могу, что над вами глумиться, и так хочу это делать с удовольствием. А еще и голосок-то я узнал. Это ваша... культура, не да? Пожалуйста. Не надо констатировать очевидные факты. А чем это лучше, конечно, собственно? Не, ладно, не буду. А, не надо, лучше не надо. Почему вы не оплачиваете обязательства-то свои перед кредитором? А, ты случайно не, ну, не допускаешь мысли, что с тобой разговаривать мне тоже западло? Западло прям разговаривать с чмошником, который причем признал это из-за 300 не рублей. Не разговаривайте, идите, идите в банк. Я разберусь, что мне делать. Свой долг, ты думаешь, в этой жизни все состоит из таких вот движений? Сходить в банк, либо разговаривать с тобой? Нет. Я сегодня буду заниматься совершенно другими делами. Первое, что я сделаю сегодня с утра... Из чего состоит ваша жизнь? Я тебе объяснить пытаюсь. Моя жизнь состоит из того, что я сегодня переправлю эту запись разговора. Еще через час она появится на YouTube. Я посмотрю комментарии. Далее я буду заниматься своими делами, которые мне приносят устойчивый доход. Ну и буду... А, кстати говоря, о тебе я даже и не вспомню более. Ой-ой-ой, чувак. Ты не задумал, а скажи мне еще, я задаю вопрос вашей вот этой вот масти, вот этой бесполезной. А кого ты больше всего ненавидишь? Я часто задаю. Себя, свою работу или людей, которым ты звонишь? Или, может быть, ты работодателя своего больше ненавидишь? Ну, кого ты больше всего ненавидишь? Вот такие вопросы я вам отвечу тогда, когда увижу, что вы свои долги закрыли. Давайте. Без проблем. Да, ты не понимаешь, это никаким образом не соприкасается. Все ваши вопросы. Ты представляешь, какой минус ты себе уже наработал? Минус? Ага, минус. Ну, начало разговора, помнишь, что мы... Я, как человек, которому позвонили, поставил условия звонящему, что я буду продолжать разговор только в том случае, если ты перенесешь... Субъективное мнение. Да, блесни умом, чем отличается субъективное мнение от объективного? Ну вот просто, ты вот слышал красивое слово, брякнуло где-то, а теперь просто хотя бы даже я не претендую, чтобы ты цитировал словарь, просто как ты это понимаешь? Субъективное мнение и объективное мнение. А?
Эх, нет, я это понимаю. Долг закройте, Соня. Не-не-не-не-не-не-не. Я это понимаю. Да, потому что ты никогда, так как я долг никогда не закрою, так ты этого и никогда не поймешь. И запомни, смешно выражаться словами, которые ты не понимаешь. Ага. Смешно, со стороны очень весело это. Откуда вы знаете? Откуда потому знаете, что ты не удосужился, понимаешь? Ну, расскажите мне. Да, человек, я тебе отвечу, да. А человек, вы удосужились? Человек, если попадает человек. В такой... Вы удосужились? Да не перебивай, ты же попросил рассказать, я тебе пытаюсь рассказать. Ты же что-то тут еще. Ты же уже так вообще не... Так ведете диалог. Ниже выгребной ямы, а что-то пытаешься вылезти оттуда, бесполезно. Это кто сказал? Скажите, пожалуйста. Так а зачем это? Полстраны говорит. Ну, слушай, ну если нет, не так, подождите, чем ты руководствовался, когда ты пошел коллектором работать? Что? Это творческое, такое, творческое занятие. Это работа, приносящая моральное удовлетворение. Либо, может быть, ты хочешь сказать, что ты пользу людям приносишь какую-то. Вот я сейчас стою у окошка, смотрю. Вы адекватный человек? Абсолютно. Вы 100%. Адекватный человек? А как? Вот очередной вопрос. Если вы на 100% адекватный человек, разве ну почему вы не ты понимаете, от что на уходишь? Ваши вот эти вопросы, я же вам сказал, я не ухожу от вопросов. Я на их, все на них отвечу, дам ответы, только после того, как вы закройте свои долги перед кредитором. Все, я же вам сказал. Вот смотри, у меня здесь стоит под окном. Вы там на YouTube выложите. Да мне все равно, что у вас там под окном стоит. Нет, у меня не что стоит, а кто? У меня стоит женщина. Да мне все равно. У меня образования не хватает, что-то другое делать. Но она стоит, не убирается. Да нет, ты послушай. Я понимаю, что тебе давным-давно все без разницы. Я говорю, мне все равно. Да потому что это вам не коллега, все равно. Жизнь такая. Да все мне равно все тебе... равно, что там у вас. Понимаете? Да ладно, не пытайся доминировать. Это не получится. Я просто хочу тебе сказать одну простую. Я не собираюсь доминировать. Ты даже не осознаешь, что... Я хочу, чтобы вы закрыли свой долг. Хоти. Долг свой закрыли. Хоти, хоть хохоти. Понял? Хоти? Да, ты всю жизнь только и делаешь, что хочешь. За свои 20 тысяч рублей ходишь, унижаешься на эту работу, гарнитуру на башку напялил и сидишь. И знаешь, блядь, что сейчас, если ты бросишь первую трубку, что? Тебе там сколько? 300 рублей пересчитают, да? И? Что пересчитают? Ну не, ну сколько вам платят за разговор? 300 рублей? Ну я не знаю, предполагаю. Откуда у вас такие глупые мысли в голове? О чем глупость цифры 300 рублей? Ну я предполагаю, что больше вы не зарабатываете, потому что коллектор в среднем в месяц зарабатывает 20-25 тысяч рублей. Ну, что, подколы гну, укаешь, сидишь там. Так вот я продолжу про дворника. Человек без образования. Да. Берет и занимается полезным делом. Продолжать. Мне все равно. Да я сейчас не про тебя и не для тебя самое главное. Я говорю для тех людей, кто слушает мой канал. И вот он стоит и убирает, он приносит пользу людям. А ты что делаешь? Слушай, я тебе порекомендую никогда не заводить девушку. Ну, в большинстве случаев коллекторы педерасты, а, ну, так или иначе. Если ты педераст, то вопрос, конечно, а вы уже общались с ними, да? Ну, как весело, конечно, общался. Проверяли? У меня более 700 роликов на канале выложено. Конечно, общался. 700 коллекторов? Ага. Лично общались? Ну, проверяли, да? Да ты, да. Да ты не цепляйся за эти вещи, понимаешь? Это твой юмор вообще. Так мне с вами не о чем разговаривать. Так вот, мне с вами не о чем разговаривать. Мне жаль ваших подписчиков, что они вас слушают. Очень жаль. Дорогой Тимур. Но нет, слушать я вас не буду и с вами разговаривать не хочу ты больше. Ты ни в коем случае не заводи девушку. До свидания. Потому что твое гинекологическое древо не должно вообще ветвиться. Продолжать твой род – это преступление. Слышишь меня? Алло, давай заплачу деньги.